в перспективном лицее взращивают перспективные кадры. А что это вы тут делаете сейчас? Чего добился на должности директора лицея номер 6 нынешний руководитель управления образования? А врач куда придет? Что ждет родителей и учеников? Ребята, всю работу прекращаем. И нужно ли чего-то пугаться заранее? Рассольник с огурцами? Конечно. «Проверка» с Юлией Мавшович. От проверки никто не уйдет. В среду в 20:00.